В сегодняшнем выпуске Resident Evil Village вы увидите, как монстр чихнул, а я отказался сказать «Будь здоров». Нет. Кем я себя ощущаю, когда окунаюсь в кровь? Это все девственная кровь? Я себя чувствую, знаете чем? Наггетсом, который окунули в соус. И как я жестоко поступил с бабушкой. Смину под тебя кину. Что ты теперь скажешь, бабка? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Мы с вами пережили атаку целого войска сумасшедших, стрёмных чуваков, и теперь нам нужно следовать за бабкой. А, я знаю это место в демке, оно было. В жизни и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол — вестник беды. Они идут. Нет, стой. Где Роза? Почему ей это так смешит? Я не понимаю. Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Она так... И медленно закрывает ворота. Мы так стоим, как-то неловко получается. Роза здесь? Зачем ты нас закрыла, бабка? Сейчас... Посрать, я тебе заеду. А! Нельзя! Ладно, нельзя было, к сожалению, ее убить. Но очень хотелось. Может быть, мы бы избежали кучи проблем в будущем. Так, но здесь мы с вами пробежимся довольно-таки быстро, ибо... Я знаю все эти места. Я играл в демку, но демку я вам не покажу. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас клочья. Это как раз таки они и повстречались мне. Целая армия. Целая армия волков. Оборотней. Они похожи на оборотни, кстати. Так, посмотрим, что здесь добавили по сравнению с демкой. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Стоп. А, ну все. Больше ничего здесь нету. Выходим отсюда. Теперь. Мы идем. Мы можем вот в этот дом пройти, наверное, который вот с этой стороны находится. Раньше было нельзя, но... Ну, сейчас, погодь. Посмотреть на карту еще раз. Зачем? Зачем он хочет? Я не знаю. Заперто с другой стороны, а это мы потом, получается, как-то найдем туда проход. Ой, горло. Село горло немножечко у меня от страха, наверное. Ну что, Евгения вообще не боится, ничего, так я взял шестеренки. Да, спокойным голосом говорим. Проходим? Нет, не проходим. Что ж, в таком случае нам нужно идти сюда. Для тех, кто не видел, читаю. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев Миранды. Ну, естественно, мы сломаем. И что ты сделаешь, на Миранда? Fuck you. Вот, здесь врата. Да, нужно будет ставить специальные герба. Похоже, что-то там происходит. Сейчас, давайте вот здесь посмотрим. Ух ты! Что-то очень важное здесь находится, но я не могу зайти. Что-то написано. Ева, июнь 909 года. Пусть сон твой будет недолгим. В смысле? Опа, травинка, я так и знал, что найду здесь травинку. Так, 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 давайте скрафтим. Сначала сделаем раз, два... А получается, предметы здесь не нужны. То есть один предмет не нужен для двух вещей. Вот, нам сюда надо. Здесь мы найдем фамильный герб. Вот он. Герб с девой. Опа! Есть! Наконец-то сохранялка есть. Потом вот мы можем как-то сюда пройти. А, ну тут нужен будет специальный ключ, да, наверное? Которого у меня нету. И вот опять этот колодец. Окей, гоу сюда.
Сразу пошарим в домике. Сейчас я хочу посмотреть, а есть ли возможность как-то бить? Знаете, какой-то есть кнопочка, чтобы бить сразу. Нет, такой кнопочки нету. Приходится дополнительно доставать нож. Это не совсем удобственно. Нет. Нет. Оно пришло по мою душу. Мина! Хорош. Есть. И порох. Мы, кстати, пока еще не умеем создавать... Блин. Не умеем создавать патроны для дробаша. Итак. Нет, не можем. Ну, давайте сделаем побольше патрончиков для пистоля. Нам понадобится это. Я что думаю, что думаю. Давайте добежим сюда. Тихо. Разбить. Дай. Я не хочу сражаться здесь. Тут супер неудобно. Бегом. А! Пощечину дали мне! Как вы смеете, сударь! Открой дверь, мать! Открой! Закрой дверь! Ну! Все. Эй, ты что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. У нас тут проблемы посерьезнее, чем кто. Черт, откуда. Это очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите, а я пока открою ворота. Окей, гоу. Да, мы можем идти. Стоп, дверь бы закрыть. Дверь бы лучше... Ну ладно, как скажете. Когда мне уже дадут эту штуку, чтобы пошариться там? Мы же другой предмет, я знаю, ну... Тек, порох, очень хорошо. В туалете тоже что-то должно быть, наверное. Есть, реагент. Все, надо запускать ребят сюда. Идем, скорее. Скорей, скорей. Побыстрее. Давай, у них там стрелы. Да пошел ты! Да ерунда. Не благодари. О. Сейчас мы должны попасть в этот дом. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Да ладно, бывает все. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Я попробую что-нибудь сделать. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена. Оу. Тихо. Не ори, они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит, они наши друзья. Прошу, входите. Ну же. Почему вы раньше не слышали? Ты не из деревни. Почему они раньше не подходили к двери, мне интересно? Нет, я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены,
то мой тоже. Заходи. Взаимно. О, как подожди, уютно сразу я стало. Схожу к остальным. Понятно, здесь будет целая куча людей. Сейф. Луиза, они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскалось. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Ага, здесь всякие фоточки. Они снова утащили скот. То есть эти люди-оборотни все время были здесь? Они постоянно нападают? Сюда. Так, иду. Спасибо, Луиза, что приютил нас. Очень полезно иметь таких друзей, у которых есть хороший дом. Все, гоу. Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Антон, он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Замолвил словечко за нас, отлично. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья! Ну а завтра? Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рва... А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то... Он за подмогой. Да, он пошел... За подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Да, давайте. Это мысль. Да. Вместе. Давайте присоединимся к ним. К их молитве. Боги. Боги, слышите нас. Зазываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты. Блин, какая стрёмная молитва. Чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдёт в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам. И мы просим вас хранить свет. В жизни и в смерти мы вас славим. Матерь Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что только творишь? Все, сатанизм. Ты что? Тебе плохо? Оу! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Так, давай, стреляем! Оп! Оп, да блин! Отпусти! Елена?
Молодец. О боже, мне очень жаль, отец. Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Откуда она взяла дробаш? Это мой, она мой подобрала? Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Блин, пожар разгорается, надо действовать быстро! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Все будет хорошо. Поверь мне. Я должен найти... Надо выбираться. Да, найти... Быстренько обыщу здесь все. Ничего нету. О, блин, уже все горит. Как они круто взяли и всех перебили, да? Опа, нямка. Опа, записка. Возьми отвертку с брелка, она понадобится тебе. Это что? Это бабло. Я ограбил этот дом. Так, ага. Отвертка с брелка. Здесь. Патроны для дробаша. Отлично. Два. Они сразу отбрасывают. Когда стреляешь из него, сразу отбрасывают врага. Это очень полезная штука. Даже два патрона может мне спасти жизнь. Кардинально решить ситуацию. Огня все больше, по-моему, становится. Черт. Елена, посторонись. Ключ от грузовика. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Сейчас, да. Я предвкушаю, что сейчас что-то будет не так. Ускорение. Ах, можно было бы тут как в Alan Wake. Помните игра Alan Wake? Где были эпизоды, когда ты можешь кататься на машине. Очень круто было. Есть. Оп. Все, 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 хватит. Итан, ты в порядке? Я цел. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться. Чё-то я напортачил, как будто бы. Теперь только наверх. Держись, залезай. Мы, по сути, сейчас расфигачили все, вообще весь дом. Идем. Но он бы и так сгорел, понятное спокойно. Дело. Это, я имею в виду, что этот дом, дымом. Это пристанище их был. Спасибо, Итан. Сотни лет она говорила, что он защищал ты всех. Добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда нет, Мия подохла. Дочь похитили. Давай, выдержи. Давай, сейчас все будет плохо. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Мы сбежим. Нам не выжить. Их там много. Все будет хорошо. Эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет. В нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна. Слышишь? Ты слышишь или нет? Отец? Елена, нет. Отец мертв. Это уже не он. Елена! Позвал меня. Блин, он оборотнем становится, да? Сейчас все рухнет. Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай блин, но... дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Черт! Это было... Не знаю, отстой какой-то. Почему все вокруг умирают? Она только что выстрелила в него из дробовика два раза. Ни хрена не понимаю. Почему говорит, отвали! Ну это, наверное, так у нас озвучили. Скорее всего, она, у нее был более истеричный голос. Она сказала, наверняка, back off, back off! Очень в таком духе, очень, очень с надрывом, стрёмно. И ей нехорошо, и она чувствует себя некомфортно за то, что не сделала. Я не понимаю. Вот. Но все равно при этом она вот сейчас просто пошла и дала себе сдохнуть.
Не знаю почему. Как-то не вяжется у меня это в голове. Это бред какой-то. Он все продолжает неудумевать. Какого хера это снова началось? А, ты ударил прям больную... Черт! Больную часть руки, бу-бу. Итан так до конца игры будет недоумевать, наверное. Ох, прощай дом и Луизы. Ага. А вот, собственно, и отверточка пригодилась. Ну-ка, предметы. Все, отвертка больше не нужна, она исчезла. Ладненько. Нет. Выстрелы. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Кто это? Матерь Миранда была это. Сначала будем с пистолетиком. Так, я надеюсь, что сейчас на поле нет никого. Убежали. А? Неприятные звуки. Неприятные. Бабулька. Смерть. Да. Смерть настигла их всех. Если вы видели короткий ролик, который я выложил, то вы знаете, что я с этой бабкой сделал. Сейчас мину под тебя кину. Что ты теперь скажешь, бабка? Но, к сожалению, скажу вам так, что это не работает. Если ты кинешь под нее мину, она взорвется, но бабка будет в порядке. Это вот с большим сожалением я вам говорю. А было бы прикольно, если бы можно было ее грохнуть... И потом вы просто, не знаю, матерь Миранда такая появляется и тебя убивает. Но чисто вот, знаете, сам факт, когда это есть, эта возможность, это делает игру более живой, что ли, для меня, по крайней мере. Это не значит, что я хочу такой кровожадно всех убивать. Это скорее больше, что тебя не выбивает из реальности. И как только ты это сделаешь, сразу будет последствие, мол, ты наказан. Мишка, вот. О, блин. И смерть, да? Кровь и смерть. Я предоставлю вам много крови и много смерти. Просто иногда бывает, я когда пишу, хочу... Почему нельзя убить человека? Некоторые из вас думают, что я просто реально хочу ходить и убивать всех. Мне просто нравится, когда в играх есть такая возможность. Тогда не делать, не убивать человека, это выбор твой как игрока. Это добавляет экспириенса в игру. Мы находимся в замке уже, да? Неужели вся остальная игра будет тупо в этом замке? Надо же. Опа! Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? О, так ты не местный. Еще лучше. О! Да вы издеваетесь! Матерь Миранды будет очень... Да погоди! Я как железный человек теперь. О, у меня в кокон из шестеренок взял. Да не ной, почти пришли. Мы так и не нашли, кстати, предмет, который позволяет нам колодцы крутить. Там целая куча колодцев была в той части деревни, но... Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим его на полную идею для вас покажем. Что это за Квазимода? То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Стоп, это настоящая? Я думал, ты кукла. То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечем. Фу, как пошло.
Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужик отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай, взрослый. Дитя? Я дитя. Это ты противишься решению Миранды. Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, конечно, а ты все жрешь. И тебе вечно. Что там? Меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Они напоминают мне еще и уорков. Итан Уинтерс. О, нет, нет, сейчас нас пытать будут. Нет! Нет! 10, 9, это фора! 8, 7, 6, 5, 4. Да пожалуйста! 3, 2. Тут даже оружия нету, да? Все забрали. Да. О, нет. Бегать, 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 текаем отсюда. Беги, беги или умрешь. Это испытание. Понял. Давай, выбить. Олочек. Куда? Он, откуда он говорит? Нет. А, босс. Да невозможно выжить после такого удара, но Итан сделан из особого теста, меня поднимают за ноги, походу. No! Что это? Он промахнулся? Кто меня тащит? А, это я падаю. А-ха-ха-ха, блин. Это часть игры? Часть квеста? Конечно, вас тут много. Ты все еще жив? Он что, мне наушник вставил? Ой, ёлки зеленые. Я вижу, что можно сюда побежать. Нажимай. Отлично. Все. Жив. Да уж, они не соврали. Ты правда живучий. Ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Сломать! Мне нужно искать зону и ворот. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Нет! Я куда забился в какую-то... я забился в эту норку. Есть, я сломал? И она меня освободила. Ха-ха! Дала сбой ваша игрушка. Стоп. Роза у этих психов? Окей, что-то я подобрал. Деньги, походу. Стоп, что у меня есть? А, у меня все есть! Они ничего не забрали у меня! Ой, это хорошо. Вот идиоты. Вообще ничего не забрали. Так, мне не нравится уже здесь. Очень много ловушек всяких. Я думаю, просто идем. Я не думаю, что это рабочие ловушки. Они считают, что я умер. Стоп, это что было? А, это моя тень. А я вижу свои ноги? Нет. Погодь. Опа! Мы вернулись в то же самое место. Здорово. Так, рубильник, еще разок. Главное тот же самый триггер не запустить. Фу, я думал, это человек.
О, благо мы на улице оказались. Тут как-то больше пространства. Это трупы ведь, да? Да. Ну, конечно же. Карта. А, мы на винограднике сейчас находимся, и мы уже подошли к замку. Неужели вот все? Все остальная игра будет в замке? А, танты! Жирная мразота. Откуда вы меня знаете? Высший свет о таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Такое ощущение, как будто я попал в какое-то, знаете, некое подобие игры для богатых. И поэтому здесь есть этот герцог, который торгует всем, что мне нужно, чтобы выжить. Что-то конкретное? У меня давай сегодня посмотрим. Особый товар. Я бы сделал... Давайте... Пистолету урон, а у меня всего лишь... У меня всего лишь 800 лей. Стоп, а я могу что-нибудь продать тебе? Я могу продать лекарство, могу продать пистолет и мину. Так я ничего не могу особо взять. У меня есть новинки. А вот отмычка, которая стоит 0, купить, да? Вот на что вы глаз положили. Да, на самое бесплатное я положил глаз. Спасибо. Почему я могу взять? А. Ясно. Тут еще. Вот. Да, полная обойма. Так, теперь мы можем взять украшение мистера вездесущего. Что? Украшение мистера енота? Зачем мне оно? А куда это ставится? А! Я понял. Все, это дополнение, да. Ладно, пусть будет у меня с енотом. Все, спасибо. Заходите еще. Окей, немножко юмора в нашу игру не помешает добавить. Коня нельзя убить. Даже прицелиться нельзя. Я не собирался убивать, я просто хотел прицелиться. И констатировал факт, что его убить нельзя в этой игре. Итак, походу мы все, заходим в замок. Дальше начнется клаустрофобная часть игры, где будет все замкнуто. Может, Роза здесь? Ага. Блин, то можно сломать, просто нажав X, то надо обязательно брать этот нож, непонятно. Редник доставил одного мужчину трех женщин. Матерь Миранда встреча с госпожой Димитреску. Герцог, деловые переговоры. Три дочки: Белла, Кассандра и Даниэла. Ага, вижу тебя. Вижу тебя, забираю тебя. У нас 97 патронов. Можем просто палить во все стороны, без разбора. Безрезультатно. Тут надо что-то сделать. Кстати, давно не было печатной машинки. Нужно будет починить механизм, видимо. Вот сюда. Аккуратненько. Оу, бабло. Тут пусто. О, нет. Сюда пойдем. Укрой маской слепой взор ангелов, чтобы спасти душу. О, нет. Ищешь Розу? А, две? Их три? Да почему я позволяю всем в себя все втыкать? У меня же оружие. Край.
Как Итан это все выдерживает? Ну, после такого он не сможет даже ходить, мне кажется. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А, она все-таки себе меня забрала. А ну-ка. Их три. Посмотрим. Их реально три. Они почему близняшки о, все. О, Итан Уинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав? Да. Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама, да. В чем? Да, блин. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом... нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Да блин. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Отпустите меня! Безумие на максимум выкручено. Именно гротескно все, очень гротескно. Окей, я вешу на этих крюках. Да я не знаю, как этого. Я не знаю, как ты. Как ты это можешь? У тебя рука разрезана, все. Сура чокнутых ведьм. Все, а, точно. Растворчик. Жалко, только пальцы не отрастут. Окей, все нормально, все нормально. Какие боли он только что пережил. Он реально стальной. Мне кажется, может быть, потом скажут, что... ну, не знаю, окажется, что он какой-нибудь супер-мега-человек, и вирус также... Опа, а вот сокровище. Может быть, вирус его как-то изменил, он стал более выносливым. Меньше чувствует боль. Надо выбираться отсюда. Вот что я думаю. Мы не можем выбираться. Стоп, отмычка. Давай. Ну-ка, стой, 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 отмычка, заюзать. Мы не можем отсюда выбираться, так как нам нужно найти нашу дочь. Эта штука смешная такая. Вот, мы можем сюда пройти. Стоп. А точно? Может, есть какое-то ответвление? Нет. Мы правильно идем. Я думаю, надо взять пистолет. Ой, я куда-то упал. Все окей. Ага. Вот мы нашли кольцо. Теперь мы можем... Черт, узко. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас три аптечки. И можем сделать еще одну. Нам нужно какие-нибудь шестеренки найти. Стоп, а это можно разбить? Есть! Вандализм, обожаю. Куда они забрали розу? О! Да, да-да-да, вот эта загадка, которую я не знаю, что с ней делать.
И, кстати говоря, где этот кольцо с глазом? Надо забрать. Мы сможем применить бордовый глаз? Нет, это нельзя использовать здесь. Нам нужно что-то другое найти. Видите, тут 4 слота, 2, 1 и 3. Надо будет в этом порядке что-то делать с ними. Окей, стоп, я отсюда пришел, значит, нам надо сюда идти. Вверх по лестнице. Тик. Порыться здесь. Бесконечное количество прекрасных патрончиков. Заперто с другой стороны. Ну, кто бы мог подумать. Ага, я помню эту кружку. Она была в дымке. И бабос. Окей, еще выше. Что у нас тут? Что-то подобрали. Это про вино. Я в демке читал про это. И здесь мы тоже что-то можем применить. Не знаю, видимо, это потом. Мы еще сюда вернемся. Все. Окей. Можем пойти сюда. Ну-ка, а вот эти вазы, их вообще имеет смысл разбивать? Конечно, имеет. Она даже не подсвечивается. Так. Хорошо, а вот эти вот бюсты? Нет, их нельзя разбить. Кстати, я правильно иду. Мне вот сюда надо. Во. Открывайся. Давай. О, нет! Блин, как много страданий бедному Итану. Давненько. Так, все, убегаем отсюда нафиг. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду смотреть. Да, все живым или мертвым? Сам что? О, нет, 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 нет. Все, валим. Ты станешь чудесным украшением. Зала. Июня 58 года. Отработала первый день в замке, была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. Прошло 2 недели с тех пор, как я начала работать в замке, мне боязно. Горничная... Ладно, давайте, вы можете делать стоп и прочитать, потому что я уже это читал, я помню. Это есть в видосе про демку все еще. Мы, кстати, в том самом подземелье-то теперь, получается. Ну-ка, походу мы можем сделать патрончики. И еще одно лекарство. Вон она. Все, она ушла, здесь ничего нету. It's okay. Сюда. Мы все дальше в эту темницу сраную погружаемся. Смотрите, ящик. Так, сломать. Хорош. Ну теперь можно реально палить во все стороны. Так, а здесь у нас доверься свету. Довериться свету, это значит, он просто тут качается у нас. Вот так. И вот сюда. Сейчас. Неудобно. Почему нельзя просто схватить его? О, нет. О, да. О, да, о, нет. И о, да, и о, нет. Не знаю. Сейчас будет куча адреналина, судя по всему.
А, тихо. Есть какой-нибудь предмет полезный? Кандидаты. Ирина, Михаэла, Лоис, Ингрид. Забракованная. Дандора, Грета, Надин, Камелия, Бьянка, Мелина, Астрид. Астрид! Людмила, Розалинда, Лина, Стефана, Габриэла. Мне вот сюда. Да блин! Чёрт! Половинчатые трупы. Короче, это существа, они каннибалы. Нет. Сдохни, рыцарь тьмы. Я как будто бы в Dark Souls играю. Все. Смерть. Пожалуйста. Спасибо. Что это? Кристальный череп? Надо мне это? А, нет. Толпа. Оп. Оббежал. Давай, давай, берись. Спасибо. Нет. 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 Блок. Черт, прям пырнул меня. Отойди от меня. Все, мыть ногой, запинать. А, стоп. И... О, блин. Ладно. Куда? 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 Нет у меня ничего здесь. Только странное фото. Как я так... Как я так развернулся сейчас? А, Би, все, понял. Отлично, можно здесь развернуться на 180. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Да, блин. Бегом, 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 бегом. Господи Иисусе! Ой, она там била, я смог отмахнуться. Нужно выжимать из еще живых. Так она гораздо слаще. Быстрей. Куда ты собрался, дорогой? Надо было мину для нее оставить. Пули мне не страшны. Наконец-то он стреляет. Что, свет? Ты человечишка. Оп! А! Мне патрончики нужны. Не трогай меня. Я не ведаю боли. Да ведаешь ты все, только что орала. А! Нет! Ей не нравится что? Скалить на нас зубы! А, да чтоб тебя! Я тебя не прощу! Ублюдок! Стоп, еще патрон, отлично! Слушай, мне походу надо убить ее! Давай еще раз. В рожу прям. Это босс. Это босс файт. Так. Окей, и еще разок. Она замерзла. Я убил одну дочь. Я дочь одну убил. Кристальное туловище. Это сокровище, я смогу продать его торговцу. Мне бы печатную машинку. Печатную. Что это? А, это то самое вино, о котором мы читали. Оно сделано из крови девственницы. Это все что, девственная кровь? Нифига себе, как много. О, герцог, я тебе столько сейчас всяких сокровищ притащу. Что это? А, дульный тормоз. Так, установить деталь. Где эта фигня?
Использую деталь на пестель. Окей, все. Все. О, хорошая отмычка есть. Где мы? Мы снова здесь. А где здесь сохранялка-то, я не понимаю. Или мы здесь не были еще? Это новое место? Это новое место, по-моему. А, как раз таки вот, с этой стороны мы теперь открыли. Собственно. Теперь куда? Давайте попробуем в ту же самую местность зайти, не знаю. Может быть, вот сюда. Мы в тот раз туда побежали, но теперь попробуем вот сюда. Но у нас нету ничего. Стоп, кровь девственницы, надо... Давайте изучим. Ну и ничего. Стоп, неужели мы сейчас можем сделать круг? Блин, да, мы можем круголя замутить. А надо оно мне вообще? Нет, вряд ли. Я сомневаюсь. Мне кажется, нужно что-то другое замутить. Во-первых, у нас есть вот. Подставка для бутылки. Как хорошо, что я посмотрел в карту. Так, зарубили себе на носу постоянно смотреть в карту. Здесь это очень важно. Вот, сюда. Слышите, там кто-то двери, блин, открывает. Итак, винишко. Неужели я мог реально сейчас туда спуститься, в подвал, пробежать весь этот путь еще раз? Снова посражаться со всеми? Вот, драгоценность. Ключ! Ключ от внутреннего двора. А сейф-ка-то тут будет или нет? Твою мать. Где внутренний двор? Главный зал. Ой, так. Сейчас еще раз. Я что-то не тот открыл. Вниз. Мне кажется, вот сюда нужно ключ применить. То есть надо просто... выйти сначала в главный зал, а потом вниз спуститься. Вот могу сюда. Устроить экскурсию. Блин! Нет! Черт, я уже убил твою сестру! В сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону! А, всего лишь маленькие комариные укусы. Пожалуйста, применить! Все? Фух! 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 Так, где мы теперь? Мы можем пойти налево, можем пойти направо. Да пойдемте сюда, наверное, сначала. Здесь опять же нужен специальный ключ. Тогда только в эту сторону. Стоп. Не сюда. Вот сюда. Нам пока доступны только вот эти вот сратые двери. Фу. О, нет. Она же видит, что я зашел. Она должна была видеть, что я зашел. Она просто следует своей игре дурацкой. Типа заманить меня в какое-то место, а потом похавать. Промахнулся, бывает. А еще получается, что она сейчас услышала, как я только что рубанул по этой вазе. А вдруг это ее любимая ваза? Короче, скорее всего, эта девочка не боится света. Что ты сделал с моей дочерью? Она боится холода. Ну, дочь твоя подохла, если что. Вот так. Так бывает.
Так, это все еще не закрыто. Опа! Смотрите. Карта замка основная. Посмотреть карту. Я не понял, что мне нужно сделать, чтобы посмотреть? Что надо нажать? Ну, я нажал, да, окей. А, она просто дополнила ее. Все, я понял. Простите. Окей. Здрасте. Это все девственная кровь? Я себя чувствую, знаете чем? Наггетсом, который окунули в соус. Потому что для этих женщин оно так и есть. Ибо они хотят меня сожрать. Так, вращаем статую. Каким образом мы должны их вращать? Сейчас, где-то должна быть подсказка. Мужские взгляды к женщинам презренны, а бедняков заботит лишь одно — отдать владыке урожай отменный, чтоб поскорее потекло вино. Мужские взгляды женщинам презренны. То есть, она не должна смотреть на них. Так. А бедняков заботит лишь одно — отдать владыке урожай отменный. Все, хорошо, она смотрит с вином на него. Наверное. Так. Отдать владыке урожай отменный, чтобы поскорее потекло вино. Ну, соответственно, чувак должен смотреть... Это владыка же, да? Ну, похож. Так. Ну, есть только две позиции. Хорошо, давайте попробуем еще. Вот можно посмотреть только сюда, можно посмотреть только сюда. Судя по всему, вот это, возможно, бедняки. Видите, у них вот виноградная гроздь. Урожай отдать владыке, чтобы поскорее потекло вино. Может быть, эта женщина должна осмотреть вот сюда? Вот, все, я понял. Они смотрят на чувака, она смотрит на сюда и не смотрит на мужиков на этих. Все, мы решили загадку. Боже мой. Мы сейчас туда, конечно же, пойдем, но я хочу быстренько до конца коридора дойти. Окей, здесь патрончики. Тут нет нифига. Что это? У! Разбить! Ну все. Нам надо вниз идти. За все время мы еще ни разу не увидели печатную машинку. Я не понимаю, что происходит. Опять подземелье! Опять подземелье, опять страх! Опять. А! Как. Какой отстой! У нас теперь нету пути назад. О, здравствуйте. А чё, не сдох? Подохни. Какого чёрта? Это всё в крови, да? Или это вино? Это кровь, скорее всего. Но будем думать, что это просто вино. Видите, виноград же? Виноград. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Блин, аутлест какой-то. Давайте релоуднемся. Не можем. О, боже мой! Я ж присел! Подсел немножко на очочках, как только оно выскочил. Давай, давай! Все, он сдох. Блин, лишний патрон. Ладно, у меня есть 130. Я же говорю, можно палить во все стороны. Черт, они будут выскакивать сейчас из воды, да, на меня?
попали. По лбешнику получил. Опа. Идем. Идем, идем, идем. Да, сволочь. Я ж по тебе выстрелил. Отходим. Сволочь. Давай. Есть. Еще и бабла с него взял. Нахлобучил. О май гад, куда мне, куда мне? Порох. Есть. Придется убить их. Отлично. Так, ну спать. Все? Хорошо, я рад, что мы все решили. Фу. Так, что мы можем сделать? Мы до сих пор не умеем делать патроны для дробовика, но можем сделать лекарство. И, кстати говоря, наверное, нам стоит подлечиться, но чуть-чуть попозже. Пока поэкономим. Кто-нибудь еще собирается выползти, а? Никто? Ну, я так и знал. Блин. Ты собираешься. Оп, а мы тебя хэдшотить будем постоянно. Опа. Слышите? Что это? Он в пепел обратился. Есть! Чтоб мы здесь были. Давайте все-таки применим эту штуку. Нам еще травки нашли. Печатная машинка есть! Все, мы записались. Что ж, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, в мою ВК, в Инстаграме, во все мои соцсети вступайте. Я уже, у меня язык заплетается. Вот здесь будет мой магазин с мерчом и комиксами. Здесь прикольное видео, которое вы стоит посмотреть. А с вами был Юджин, и всем пять!